Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я хочу вам показать, как можно в домашних условиях приготовить адыгейскую вкусную соль. Делается легко и просто. Сейчас я вам все это покажу. Для этого рецепта мне понадобилась обычная йодированная соль. Здесь у меня ровно 0,5 килограмма, 500 грамм. Также мне понадобится чеснок 2 головки, 80 грамм. И сейчас я этот чеснок измельчу. Измельчать я буду в стакане блендера. Вы же можете использовать любой другой способ, который вам более удобный. И теперь я отправил этот чеснок в соль. И вот так вот толкушкой хорошенько его перемешиваю, разминаю и перетираю вместе с солью. Замечательно. Поразительно. Гениально. Все, я хорошенько перетер чеснок вместе с солью. И теперь я начинаю сюда добавлять специи. Специи подбирайте по своему желанию, какие вам больше нравятся. Сюда я уже добавил 1 столовую ложку кориандра. По рецепту идет хмели-сунели, но мне хмели-сунели не везде нравится, поэтому я заменил его на кориандр. Теперь я добавил 1 столовую ложку майорана и добавляю сюда 1 столовую ложку чабера. Тоже такая специя, очень трудно было мне ее найти, но я все-таки ее нашел. Теперь я сюда добавляю 1 столовую ложку укропа, добавляю сюда 1 чайную ложку паприки, добавляю 1 столовую ложку кинзы и петрушки. Здесь у меня они вместе смешанные. Добавляю я теперь сюда красный острый перец 1/2 чайной ложки и 1 чайную ложку черного молотого перца. И все это тщательно толкушкой опять перетираю вместе с солью. Чеснок добавляйте обязательно свежий. Здесь сухой не подойдет. Ну что ж, друзья мои, адыгейская соль у меня готова. Аромат стоит просто потрясающий. Очень приятный такой, вкусный. Так что готовьте в домашних условиях такую соль, вы не пожалеете. Этот рецепт хорош тем, что вы можете подобрать специи по своему вкусу и желанию. Так что готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Спасибо. Всем пока-пока.